меня замучился на полу 11 тысяч ребенком садистов. Мягко скажем, странно, но с другой стороны, это правильно. У меня ответ. Меня интересует остаток отделения вот этой всей штуки на 3. А, сейчас. Два. Значит, это... Смотрите, можно сочинить, что это остаток... Да это остаток 2. Вот это минус штука. Значит, это у нас что есть? Сейчас скажу. Да. Забор сочинить, дает остаток 2. Следующий дает остаток 0. Вот. 11111 дает остаток 2. Да. Следующий дает остаток 0. Вот, там... Остатки 1 и 2, они в сумме дают остаток 0? Да. Поэтому все, оно дает остаток 2. Да, ну да. Нет повести получания ответа. Дело в том, что если бы у нас результат делился, то мы бы сказали, что степень двойки на 3 не делится. Но он же ведь у нас. На 3 не делится, надеюсь, мы подавно не делимся. Стоп. А зачем нам нужна была сумма чисел? Сумма цифр. Ну так мы же сумму чисел посчитали. А хоть что чисел, что цифра одно и то же. Любое число дает такой же остаток на 3, как сумма цифр. Да. Остаток 2 в степени двойки определение на 3 бывает. На 11 не можно. Только вот интересно, при перестановке блоков остаток отделения на 11, может быть, поменяется? Меняется. Ужасно. При делении на 9 может попытаться, да. При делении на 9 кошмар, потому что степень двойки может давать 1, 4, 5, 7, 8. А что мне может давать? 0, 3, 6. Ну и итог. Никакого. Катастрофа. Катастрофа. Есть же признак делимости. На что? На 10 в пятой плюс 1. Никакого. И что он получил? Толку-то. Знакопеременная штука, вот по 5 цифр. Там вот как раз блоки по 5 цифр. Слышите? Он хочет, чтобы можно было блок просто все-таки сложить блоки. Правильно? Как? Мечта Максима. Сложить все эти блоки. В один. Да. Значит, надо брать остаток по какому модулю? 10-5-10. Проще говоря, по модулю 99999. Ребята, не надо нам число 9. Мы хотим брать остаток на 99999. Тогда что число? Что сдвинутое на 5 разрядов, остаток один и тот же. Молодец. Осталось додумать эту идею. Слушай, Ильич, когда мы складываем блоки, у нас есть 99999 и 11100. Еще раз, Максим 10, все 10. Правильно сказал. Это реальное решение. Это просто его доделать. Надо найти эту сумму и доказать, что она делится. Что эта сумма что делает? Делится. На 99999? Нет, не делится. Но чуть-чуть еще интеллект, и все будет хорошо. На 11111. Действительно, делится на 11111. Вот вы сейчас просто видели, что называется, как появляется решение. Мы мучились долго, смотрели на девятку, поняли, что не получается. И, что называется, последняя надежда. Это число 11111. Рассказывай. Рассмотрим признак делимости на 11111. Заметим, что если у нас есть число, тогда оно дает такой же остаток. Нет, число состоит из блоков. Каждый блок 5 цифр. При этом блоки стоят на разных местах. Но 10 в пятой при делении на 11111 дает остаток 1. Поэтому блок каждый, неважно где он стоит, дает при делении на 11111
такой же остаток, как если бы он стоял на самой крайней правой позиции. Сдвиг на 5 позиций – это умножение на 100 тысяч. Но число 100 тысяч при делении на 11111 дает остаток 1. Значит, сдвигая на 5 разрядов, а остаток ничего не делается. Поэтому на самом деле достаточно просуммировать все блоки. А все блоки господин Князев просуммировал. И получили, что делится на 11111. Правильно? Так что, Коля, вы не зря стараетесь. Это было реально часть решения задачи. Так, и дальше что говорим? Если вот эта штука делится на 11111, то по этому признаку делимости у нас получится, что вот все это огромное число, оно будет делиться на 11111, но это не степень двойки, поэтому все число... Никакая степень двойки не умеет делиться...